укладывать, называть. Как этого зовут? Давай. Этого не знаешь? Вершираптор. Этот, как его зовут? Вершираптор. Так, давай я буду укладывать. Ты можешь называть. Давай, этого еще. Как его зовут? Тиранозавр. Оп. Не сюда лучше. Тихонько. Давай я сюда этого поставлю. Вот так. О, нормально стоит. Как его зовут? Этого как зовут? Аллозавр. А этого не знаешь, наверное, этого-то. Брахиозавр. О, а этого не знаешь, это вон сколько у них корона. Трицератопс. Ты чего? Я знаю этого. Молодец. Трицератопс. А этот как? Спинозавр. Давай поставим вот сюда. Пусть он туда нас защищает. Ладно? А это кто? Не знаю. Вот этого не знаешь, да? Да. А ну, оставим под вопросом. Потом узнаем, как его зовут, вот этого, как его зовут. Ладно? Я знаю, кто это. Думаешь? Ну ладно, давай следующий. Вот этого знаешь? Стенозавр. А этот больше этого, летучий-то? Теродактиль. Спинозавр. Все упало. Ну что, всех показал? Эй. А это вот Саша. Саша. Димитродон. Как? Димитродон. Этот? Тиранозавр опять. А этот? Сомнолов опять. Ты хоть покажи, как это. Это? Это Стигмолох. Это тоже такой же? Нет, аллозавр. Это крокодил. Мозазавр. Похож на крокодила, наверное, быть. Ну, немножко похож, да. О, точно крокодил. Анкилозавр это. О, это на слона похож. Это на слона похож, наверное. А как его зовут? Это вот. Не знаешь? А вот этого как зовут? Стенозавр. А вот этого как зовут? Сомнолов. А вот этого? Стигмолов. Тоже это. Понял. Ну, этого, наверное, точно мы не знаем, да? Не знаем. А этого знаем? Нет. Тоже не знаем. И сколько он не знает? Всего три. Четыре. А этого знаем. Крокодил. Утка какая-то. Не знаю, кто это. Это... Да, утка какая-то. Точно утка. А этот-то? Стегозавр. Кружка дает. Ну, все. Да, все. Собирай. Этого знаешь ведь, да? Да. Как ее зовут-то? Аллозавр. Сначала маленьких. Да, вот этот маленький. Вот эти. Все. Вот такие. Тоже маленькие. Большой. Это средний. Это, этих мы не знаем. Вот этих. Не все маленькие. Этих надо узнать, кто такие. Ну, это точно вот тут. Да? Ну да. Не.